сказал, что пока это меня самого не удовлетворяет, что качество исполнения завершающей трети не хватает, здесь исполнительского мастерства где-то подготовить удар, где-то какие-то вот эти взаимодействия, чтобы выйти на более удобную позицию в плотности. Мы будем работать, наверное, над ударами, да, до этого больше где-то мы работали какую-то постановкой игры, и в целом я считаю, что мы от игры к игре движемся, что все-таки по сравнению с тем годом у каждого тренера свое видение, свой стиль, мы меняем этот стиль, и мне кажется, и болельщикам, надеюсь, что должно понравиться, что вот этот стиль будет нравиться болельщикам, и более разнообразный футбол, где и контроль, и забросы, и, ну и согласен, что удары должны быть точнее, будем работать над этим. Спасибо.